Как вы относитесь к выгулу собак на детской площадке? Некоторые жители Солнечного, видимо, положительно. Только посмотрите на это видео. Тут на детской площадке 5 или 6 домашних животных. Мнения жителей разделились. Одни пишут, что в этом нет ничего страшного. Другие говорят, что такая прогулка собак может быть опасной. Надо было вызвать полицию. Зафиксирован факт, что собаки без намордников бегают. Просто, думаю, никто этим не занимался. Всю жизнь они там гуляют. Гуляют не на детской площадке, а за ней, где поляна. И детям там, во враге с клещами, делать нечего. За животными убирают. 3 года там жил и гулял с ребенком. И ни разу косяков от собаководов не было. В целом, стоит помнить главное, что собака – это зверь, живущий инстинктами. Охотно верю, что хозяева убирают за животными, и мин на площадке нет. Но ведь собака может укусить ребенка. Думаю, стоит отделять мух от котлет, а места выгула собак от места выгула людей. Почему бы не сделать специально площадку для собак? У нас по всему городу, к сожалению, 2 или 3.